И всем привет, дорогие друзья, с вами мега чешуенный лагерь и просто чешуя рыбы Мистика. Всем привет. Короче, ты у меня просто на половину времени, что ты болтал, пропал. И такой, типа, все бы... Короче, потом узнаешь, потом узнаешь, какой ты красивый. Я сказал, что ты красивый, на самом деле. Я супер красивый или великолепный. Что, начинать уже, смотри. Да, да, только надо объяснить, что происходит. Надо объяснить, что происходит. Дурак, что ли? Короче, ребят, не работают командные блоки почему-то, то есть, видимо, мы не на той версии проходим, и здесь эффект уже выдается по-другому, поэтому мы догадались, что нам здесь выдается эффект левитации на 5 секунд! Яр, ты чё, не предупредил? И вот, братан, в принципе... Братан, ну тут там на 5, а тут на сколько секунд? Тут, мне кажется, на дольше, потому что он уже дальше долетит. А почему... Да не, давай еще на 5 секунд, смотри, давай, валяй. Вот я тебя включаю на 5 секунд, давай, до свидания. Лагерь сейчас умрет, смотрите, ребятки. Тупо самоубийство лагеря называется. Ага, и типа еще раз, да, включать, да? Да. Так, я должен упасть, наверное, вот на эту штуку. Я не знаю, зачем, почему и... А куда дальше? Падают на такие штуки. Куда дальше? Подожди, мне страшно, отойди. Что ты делаешь? Зачем ты выпал из мира? Ты, тусовщик 228, что за херня? Куда нас вообще вернет? Можно, пожалуйста, инфу побольше? Яр, меня? Яр! Че, как? Помнишь вот это да большое... Да нормально, Натя, это, левитация немного. Да подожди, рано! А в принципе полетели, черт семья. Давай, я готов. Но куда теперь? Не, ну ты помнишь, мы должны, короче, сейчас, ребятки, мы на базе вернемся, все будет окей, прямо. Ну что ж, ребят, мы, короче, продолжаем проходить, пытаться своими силами какими-то, я вообще не знаю, ярко, как это получается. Че, как, мы просто сами себе решили левитацию давать, и, возможно, из этого что-нибудь получится, кстати. Яр? Эй, здесь нельзя было себе выдавать. Эй! Что? А, я снова промахнулся, короче. Нет, все, фу, играй по... Фу-фу-фу, лысенький, играй по правилам, понял? Тебе как, один... Как, погоди, в смысле по правилам? Ну давай попробуй оттуда за 5 секунд долететь сюда, я сейчас на тебя смотри, посмотрю. Смотри, смотри, ну, давай. смотри, давай, проверяй. Так у тебя проверяй. Не на 5 секунд, братан. 5 секунд, ты чё? Точно? Ровно, конечно, смотри. Ну, 5 давай. Секунд. Можешь засчитать в уме. Я не знаю. Как так быстро вверх летишь? Просто... Вперед, светлое будущее, не ну, типа, знаю. Почему меня не так вверх поднимает? Видишь, я вообще не могу подняться, потому а ты что... очень быстро вверх летишь, братан. Потому что ты жирный. Возможно, именно поэтому. Возможно, из-за того, что я был с элитрами. Че ты здесь забыл? Ты вообще сверху карты оказался, братан, ты че? Ударь меня за это, давай, ударь меня. Ну давай, ударь меня. Ты че, ты хочешь меня ударить? Давай, ты че, хочешь меня побить? Я так высоко не поднимаюсь, какого-то хрена это ты очень быстренько и высоко поднимаешься. Смотри, я прошел. Ты не так должен был пройти, ты должен был меня ударить. Так. Как называется мой канал? Ой, твою мать, чувак, мы записываем эту карту неделю! Я не помню! Чувак, неделя прошла! Каким лишь. Эндер Ёжик! Про канала? Про канала! Красава! Красава! Лагерь, вопрос тебе. Готов ли ты поиграть с тобой? Ответы проведут вас до чего-то там. У меня просто дальше. Не на весь экран. У меня тоже не на весь экран, но я тоже не вижу большинство. Я готов. Я не знаю, что это вообще за вопрос даже был. Так, вопрос к тебе, Мистик. Вы закончили снимать... Харк. Ответы проведут... Я не что знаю. Что за Харк, погоди. Хардкор, наверное. Хардкор, хардкор. Ты что, хардкор? Нет, там Д тогда было бы. А, ну да, вот, лагерь надоел умирать, надоел хардкор, и Мистик надоел зудеть. Мистик надоел зудеть, инфосотка. А, оценка, слушай, все, 5 минут. Я думал, будет 2 минуты.
Ну да, это конец. Ярма, не оценили? Мы не оценили, мы не оценили карту. Я оценку не поставил. Нет, давай вернемся. Стопудово, что-то будет. Надо нажать на кнопку Яр, стопудово. Инфа, кнопка, где кнопка? Кнопка нужна, я вернусь. Вот оценка. Ты не в ту сторону воюешь, дурак. Тут вообще-то рычаг дали. О, лох моей души. Так, подожди, надо сюда вот пройти, Яр. Подожди, оценка карты, я забыл, оценка ж карты взорвется. Нет, ёкарный, это нормально, все нормально, да? Я захожу, подожди, стой, секунду, я зайду, подожди, я дай почищу карту, да-да-да. Подожди, стой, подожди. Отстаньте от меня, погодите, мне нужно запрыгнуть немного. Сейчас как запрыгнуть. Не пострадало, сложнее, но это 5 из 5. Не, все, я видишь? Я безумно что? Рад! Ради я этого стоило. Яр, беги, тыкай! Беги, глупец! Ой. Яр? А. Ща вжарит. Отвечай. Яр, ну все, ГГ карта. Пара-па-па-па. Я должен успеть скушать яблочко. Яблочко. Братан, мне кажется, яблочко это не самое такое большое, насчет чего тебе стоит беспокоиться. Не-не-не, яблочко топ-тема, отвечаю вообще. Да ясен фиг, никто же не спорит, что это топ-тема, но только вот оно тебе ничем не поможет. О, у меня... Мистик был. Мистик может... Я первый раз взорвал небо, понимаешь? Не что-то конкретно, а небо. У меня взрывается небо, вот, без прикола просто. А я несколько раз уже сломал стекло, но не смог открыть под ним. О, нифига себе! Я полетел! Почему-то! Я не знаю, я стоял и полетел. Какого лешего я полетел? Что вообще происходит? Я не знаю, братан, я нашел какие-то испытания новые. Да? Погнали. Это просто наркомания, короче, и все. Я просто не понял прикола, я стоял, смотрел на красоту и почему-то улетел. Наверное, вот я нажал дальше, я не помню, мы здесь. Так, сейчас мне надо телепортироваться к Мистику. Только не говорите ему, что в конце еще можно указывать амплифайер, а чтобы. Вот здесь мы были? Сейчас, Яр, подожди секунду, я обращусь к зрителям, если ты не против. Бабах, бу-бум, сейчас, секунду. Какого надо... лешего? Ничего не понимаю. Яр, почему я горю? Где логическое, братан, объяснение? Я вот тебе так очень давно говорю уже, типа, лагерь, почему у меня пердак горит? Такой, не знаю. Ну что ж, ладно, я думаю, что этой карте уже досталось конкретно, досталось вообще всем конкретно, в том числе и этой карте, и мы будем по чуть-чуть закругляться, и... Ребят, большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам карта понравилась, и если хотите продолжение всяких карточек, ой, мист закрыл, спасибо как большое, это? Карточек, ой! Если хотите, я тебя понял, я тебя понял, так что, ребятки, подписывайтесь на канал, к нему не подписывайтесь, потому что он лох чмо, нет друзей, и под самом конце я ему скажу, что в конце еще можно указывать силу эффекта левитации, всем спасибо и пока-пока.